Всем привет! Сегодня мы будем готовить вафли из кабачков. Начался сезон вот таких молоденьких, хорошеньких кабачков, которые можно мариновать, делать очень быструю закусочку. Можно сделать в гриле, как я люблю, или вот, как сегодня мы сделаем, толстые вафельки. Кабачки натираем на крупной терке. Почему на крупной? Потому что нам не надо много жидкости. Итак, мы натерли два кабачка, не три, два возьмем. Натерли два кабачка. Ready, конечно, тут как тут. Так, чуть-чуть перчика. Соли. Где-то это будет пол чайной ложки. Яйцо. Возьмем два яйца. Быстро перемешиваем. Нам не нужна лишняя жидкость. В это время мы включаем вафельницу. Пусть она нагревается. Жидкость лишняя нам не нужна. Иначе они будут такие жидкие. У меня уже прокол получился. Натерла слишком жидко, а муки не хочется много. И поэтому пришлось сделать в омлетнице. Так, муки будем использовать 2 столовых ложки возьмем. Сейчас посмотрим, как по консистенции у нас будет. Пока 2. И еще, не знаю, вредно, не вредно, но я люблю добавлять майонеза. Где-то 2 столовых ложки. Вот тесто должно получиться вот такое. То есть не жидкое. Видно, да? Видно. Сейчас блинничка. Вафельничка. Не блинничка. Вафельничка нагреется. И мы будем выпекать на ней наши расчудесные вафельки. Очень вкусные. Кабачковые. Кабачковое тесто немного добавляем масла растительного, буквально столовую ложку. Перемешиваем. Вафельница нагрелась. Она у меня смазана маслом. Выкладываем. Много не кладу, где-то по 2 ложки получается. Закрываем. Вафельница, я все больше и больше довольна. Выпекает замечательно. Обратно переворачиваем. Вафельки выпекаются где-то 3-4 минуты. Получаются вот такие замечательные. А, горячо. Делить их не буду. Подниму единой массой. Вот такие замечательные вафельки. Ну, конечно, не то, что там ровненькие такие, аккуратненькие, но очень вкусненькие. Поэтому говорю, вафельница этой я довольна более чем. Очень вкусные эти вафельки. Со сметанкой. Переворачиваем. И обратно. Наша последняя вафелька готова. Крайняя она в данный момент. Но не последняя. Будут еще такие вафельки. Вот доставать только мне не всегда удобно. Потому что... Они вот здесь плохо делятся. Попробуем вот так достать по одной. Тут 2. И тут 1. Все, замечательная вафельница. Замечательные вафельки. Вафельница мне очень нравится. Просто вот прям очень нравится. Учитывая, что у меня вафельниц много, могу сказать, что это вот, одна из лучших. Именно вот по толщине, по своей, нравятся эти вафельки. Такие они какие-то вот, как Саша говорит, вот здесь вот они тоненькие,
вот здесь вот, в ячеечках. А вот здесь вот они толстенькие. Вот это он сказал, что это вообще круто. В общем, вот наши вафельки. Замечательные кабачковые вафли, которые можно подавать со сметанкой. Они очень вкусные. Просто замечательные. Вот здесь вот видите, такой прям зеленый кабачочек. Прям видно. Эти же вафли очень вкусно с яблоками. Очень вкусно. Напоминает такую мини-шарлоточку. Вообще сами по себе вкусные. Всегда можно быстро приготовить. Вафельница выше всяческих похвал. Подавать вот эти вафельки можно со сметаной. Можно с любым соусом. Это, я думаю, всегда будет беспроигрышный вариантик. Можно и деток попробовать накормить. Ребенок 2 лет ел очень хорошо. Таким вот образом. Всем пока-пока. И до новых встреч.